Фунгицид Амистар Голд для пропашных культур имеет уникальную формуляцию. Если у растений на поле опушенные листья или толстый восковый слой, обычный фунгицид может плохо поглощаться растением и неравномерно распределяться по нему, что значительно снижает эффективность препарата. Капля воды в обычных условиях имеет угол контакта с поверхностью листа 90 градусов. Благодаря уникальной формуляции Амистар Голд и наличию адъюванта, капля рабочего раствора имеет меньший угол контакта, равномерно распределяется по поверхности и покрывает большую площадь листа. Рассмотрим поведение капли рабочего раствора Амистар Голд в момент вылета из форсунки. Адъювант в составе препарата уменьшает поверхностное натяжение капли в движении, и при попадании на лист капля не отскакивает и не рассеивается, а удерживается на поверхности. Слева — капля воды, которая имеет стандартное поверхностное натяжение, поэтому при опрыскивании она отскакивает. Справа — капля раствора Амистар Голд, которая надежно удерживается на листе при тех же условиях опрыскивания. На схеме наглядно видно, насколько меньше угол контакта капли с поверхностью у раствора фунгицида Амистар Голд и воды. Синяя линия — это вода, красная линия — это Амистар Голд. Чем меньше угол контакта, тем больше площадь соприкосновения капли с листом и больше действующего вещества Амистар Голд попадает на растение. Важный критерий качества препарата – отсутствие пены при приготовлении рабочего раствора. Без пены можно быстро смешать рабочий раствор, быстрее начать обработку. Подведем итоги. Уникальная формуляция Амистар Голд для пропашных культур делает его лучше обычных фунгицидов. Рабочий раствор при опрыскивании лучше удерживается на растении. Большая площадь контакта фунгицида позволяет защитить большую поверхность листа. Быстрое проникновение препарата через кутикулу листа приводит к быстрой остановке развития инфекции. Амистар Голд не пенится при подготовке рабочего раствора. Это позволяет быстро приступить к обработке. Качественные фунгициды – залог максимальной урожайности ваших полей.